член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса вот, от кандидата под мандатом округа Роман Наталья Леонидовна постоянно создает проблемы в работе комиссии необоснованными жалобами, требованиями. Проводят съемку без разрешения, проведет съемку лиц без разрешения на основе данных лиц, которые отказываются. Интересуются списками конфиденциальных данных избирателей, которые не имеют права. Пишет на это жалобу о том, что не даем, что выходит. Нет, вот председатель комиссии говорит, что вы ведете видеосъемку, при этом у вас разрешения этого нет. Если вы так хорошо знаете закон, покажите строчку, в которой вы имеете право это делать. Сейчас я вам скажу. Вот вы ведете видеосъемку? Я средство массовой информации. То есть я так понимаю, что вы все-таки не можете сослаться на конкретный закон, на конкретную статью, на основании чего вы имеете право вести здесь видеонаблюдение. Сейчас все, ребята. Нет, он видит, он смотрит на своей электронной почте, туда ему просто прислали инструкцию, методичку, вот он. Я себе сам прислал. Сейчас он ее найдет, да, сам себе. Да, там голос, да, буква Г, смотри. Ага. А голосование там нет запрещенной организации экстремистов? Думаю, есть наверняка. Скажите, а у вас руки трясутся, вы, может быть, нездоровы, может, необходимо... Я нервничаю. Это не связано, то есть, с состоянием алкогольного опьянения или употребления каких-то запрещенных... Ну, приглашайте. Может быть, да, доктор пригласит, потому что... Зовите, приглашайте, приглашайте доктора. Из избирателей, да. Вы находитесь, у вас трясутся руки, это может связано даже... Да вон, председатель тоже трясутся. Ну, потому что благодаря вам меня вчера ночью выдернули сюда на участок, вас успокаивать. Вы пытались прорваться на неохраняемую, вернее, территорию. После закрытия участка. Часов 11-12 я точно не могу сказать. Что вы делали? Я сюда приезжал, потому что вы бродили вокруг территории школы. И пытались проникнуть, чтобы закрыть дверь, которую вам показалось, что неправильно она сделала. А вы сообщили об этом в полицию? Полиция об этом знала, да. А на каком основании вы сегодня-то пропустили, если он явный провокатор? Идите, обращайтесь в полицию. Я вам не разрешал к себе подходить. Не имею права. Не имеете права. Покиньте, пожалуйста, территорию. Потом вы отказываетесь, правильно? В каком основании? Скажите, вы отказываетесь покинуть? Мне скажите, на основании какого закона вы отказываетесь? Что значит отказываться? Нарушение общественного порядка. Вы обоснуете. Статья 5.69. Чего? Кодекс о административных правонарушениях.